Молодой человек прибыл в регион еще до наступления морозов. В его обязанности входили фасовка и сбыт сильнодействующих наркотиков в городе Горняков. Меньше чем через сутки драгдилера задержали с поличным. Сколько раз приезжали ранее в город Железногорск с этими скотами? Первый раз с такими делами занимаются. Мужчина успел спрятать около 40 закладок с наркотиками. Все они были изъяты. Где тут? Я не знаю, где. Ага, все вы не знаете. Общий вес изъятых наркотиков превысил 30 граммов, что является крупным размером. В ходе проверки выяснилось, что фигурант занимался преступной деятельностью меньше месяца и не успел получить вознаграждение за незаконную деятельность. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленнику может грозить до 20 лет лишения свободы. Изъятые вещества в дальнейшем по решению суда будут уничтожены. Станислав Костиков при содействии пресс-службы ОМВД России по Курской области. События дня.